Химках продолжается диспансеризация населения. К сожалению, самостоятельно горожане крайне редко обращаются с просьбой пройти медицинское обследование. В основном это происходит только после беседы с терапевтом. О том, как работают с населением в поликлинике номер 2, расскажет Алексей Жидких. Вот наглядная агитация диспансеризации. Кратко о том, как она проходит, что это просто и быстро. Такие объявления медики поликлиники номер 2 расклеили в городском округе еще в начале года. Одну из них и увидел Евгений Иванов. Осмотр могут пройти все химчане, чей возраст кратен 3. Жене как раз 27. Вот решил проверить здоровье. Мне интересно, что в каком состоянии мой организм, чем болею, здоров ли. Женя получил направление у терапевта и вперед на осмотр. Для каждого возраста отдельный список процедур. Это вот УЗИ брюшной полости на современном аппарате. Каких-то 5 лет назад о диагностике такого уровня можно было только мечтать. Конечно, разрешение стало больше. То есть четкость картины, то есть подавление шумов лишних, да, мы как бы видим четче орган или какое-либо там образование, которое мы находим. Уже никаких новообразований не нашли. Осталось еще дождаться результатов анализов. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Первое – обследование, второе – лечение, если это необходимо. Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Именно этой благой цели, в общем-то, и посвящена эта диспансеризация, чтобы выявить на ранних этапах первые признаки заболевания, которые можно будет исключить, убрать факторы риска, которым подвергается пациент, и по мере наших сил вернуть ему здоровье. Сейчас о диспансеризации химчане, как правило, узнают от участковых терапевтов. Также планируется еще активнее распространять листовки с информацией. Совместно с администрацией нашего городского округа Химки мы планируем разместить вот такие листовочки по диспансеризации у каждого жилого подъезда. Это будет на стендах ДСЖКУ. Вы можете подойти и посмотреть конкретно, что такое диспансеризация, где она проводится, какой возраст подлежит для диспансеризации. Ну и, в общем-то, контактная вся информация. Вы можете позвонить в наше лечебное учреждение, мы все это вам расскажем. По предварительным подсчетам, в этом году диспансеризацию прошли около 70% химчан, прикрепленных к поликлинике номер 2. Алексей Жидких, Виктор Федотов, служба новостей.